Всем привет, мои дорогие золотые друзья. Ну что могу вам сказать? Сегодня у нас на повестке дня замечательнейший напиток. Вот, снова возвращаемся к теме хреновки. И у нас сегодня хреновочка охотничья, друзья мои. Вот такое вот чудо, вот такое вот изумительная вот такая вещь. Вот так вот она выглядит, когда ее такой золотистый приятный цвет. Тоже после марлечки. Чуть-чуть мы ей дали отдохнуть, отстояли. Ну, естественно, сейчас попробуем. Я вам скажу, я тут уже чуть-чуть пробую. Вот, сейчас я вам скажу, что она из себя представляет. Такой вот запах, ну, как у любой хреновки. Очаровательный запах хрена. Да, Жень? И вот дополнения какие-то. Нотки чеснока почти не чувствуют. Нотки чеснока, да. Вот перчик такой вот слегка. Ягодки вот именно вот мажем. Ну, супер, ребят. Обо всем по порядку, на вкус сейчас. Бомба. Просто бомба. Прогревает. Вообще шикарный вкус. И сразу обильное слюновыделение. Аппетит повышает. Просто капитально, друзья. Но не вижу смысла дальше разглагольствовать, так сказать. Начинаем. Итак, друзья, для приготовления охотничьей настойки, по сути, хреновухи охотничьей, нам понадобится... Здесь у меня пошло где-то 70 грамм хрена. Емкость для настоя его. Сюда же. Острый перчик. Пол стрючка, друзья. Крышем его вот так вот мелко. 5 зернышек душистого перчика. Пол зубчика чесночка. 1 чайную ложку. Именно обязательно семена укропа, не укроп. И пол чайной ложечки кмина. Да, сюда же пойдут у нас чайная ложка. Раз. Два. 2 чайные ложечки можжевеловых ягод. Оп. Так. Ну и заливаем это все дело, дорогие друзья. 40-градусным. Кто любит покрепче, 45 можете сделать. Алкоголем. В данной ситуации самогонка. И теперь в темном месте настаиваем 2-3 недельки. Через 2-3 недельки увидимся и обязательно продегустируем. Ну что, прошло наконец-таки у нас долгожданные 2 недельки. Получилась вот такая вот классная штукенция. Сейчас мы отфильтруем через марлечку, отправим в холодильник отдохнуть. И будем ее под что-нибудь вкусненькое употреблять. Ну а с вами был Свой, дорогие друзья. Всем пока!